Красота и здоровье – важные моменты для сохранения красоты и здоровья ваших рук. Каждой женщине хотелось бы, чтобы кожа ее рук была гладкой и шелковистой, и как можно дольше сохранить красоту и здоровье своих рук. Сейчас мы поговорим о важных моментах для сохранения красоты и здоровья ваших рук. В повседневной жизни современной женщине приходится постоянно соприкасаться с хлорированной водой, мылом, стиральным порошком, разными средствами для мытья и посуды и уборки. Все это оставляет неблагоприятный след на коже женских рук. Нужно обратить внимание на следующие моменты. Старайтесь мыть руки водой комнатной температуры. Холодная вода ведет к шелушению и жесткости кожи рук. От горячей воды кожа рук обезжиривается и становится шероховатой и сухой. Пользоваться для мытья рук лучше специальным гелем или туалетным крем-мылом. Эти косметические средства содержат добавки, которые препятствуют обезвоживанию и пересыханию кожи рук. Когда вы работаете с водой, то после окончания сразу же насухо вытрите руки, иначе они будут больше обезвоживаться. После каждого контакта с водой и на ночь необходимо смазывать руки кремом. При очень сухой коже можно воспользоваться любым питательным кремом. Нанесите его толстым слоем на кожу рук и, не дожидаясь, пока он впитается, наденьте хлопчатобумажные перчатки. Пробудьте в них всю ночь. Утром кожа будет намного нежнее и мягче. Красота и здоровье нужно каждой женщине. Заботьтесь о своих руках, и такие простые моменты позволят вам сохранить красоту и здоровье ваших рук. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал.